Подведены итоги традиционного конкурса «Учитель года», организованного городским управлением образования. В конкурсе педагогов приняли участие 18 учителей Екибастузского региона. Каждый из участников достоин победы, отметили организаторы. Я работаю в системе образования вот уже 20 лет. Из этих 20 лет, 17 лет я проработала в Екибастузском политехническом колледже. В школу-гимназию 35 я пришла 3 года назад. Очень мне нравится работать в школе. Здесь много возможностей для учителя. Нравится смотреть, как дети с горящими глазами смотрят на тебя, слушают. Есть возможность проявить себя как учителю. Есть много возможностей дать детям проявить себя с разных сторон. Моя цель как учителя – показать детям возможности этого мира. То есть не ограничиваться только уроками. Есть возможность поучаствовать в мероприятиях самого различного уровня. По итогам городского конкурса Анастасия Ткачук – учительница школы номер 4, Айгуль Жамантикова – учительница школы-лицей номер 6, успешно прошедшие тестирование и доказавшие на конкурсе свой высокий уровень образования, заняли 2-е место. А также Жайдарета Буктинова – учитель школы номер 13, Элина Мусина – учительница школы номер 11 и учительница школы-лицей номер 36 Ольга Аушакимова заняли 3-е место. Остальные 4 лучших специалиста награждены номинациями. 1-е место присуждено учителю казахской женской гимназии номер 25 Айнур Рахимбаевой. Обладателем гран-при стал педагог школы-гимназии номер 35 Нурия Сагитовна. На вашей душе.